Так, дальше у нас Mercedes S63 AMG V8 B-Turbo написано. Там диски у него. Резина свежая. Мерс. S63 AMG. Машина люксовая. Так, камера есть. Цена у него 31 миллион. Так, 31 миллион, так, 14 год, 116 тысяч пробег, объем 5,5, 585 лошадиных сил, цвет кузова черный, салон белый, бензин, полный привод, 31 миллион. Салон. Машина топовая, уровень сразу видно. Так, BMW 760 X-Drive, это семерка, в общем, BMW черного цвета. X-Drive V12 написано. BMW семерка и вот Mercedes. Диски. Так, зимняя резина шипованная, салон. Цена у него 40 миллионов. Так, он получается 17 года, 27 тысяч пробег, объем 6,6. То есть мощнее этого Мерса, который до этого был. Так, 610 лошадиных сил. А, кузов черный, цвет салона коричневый. Полный привод 40 миллионов. M760 iX Drive. Здесь у нас BMW 530. BMW 530. BMW 530. У меня диски. Резина ушатанная. X-Drive. X-Drive 530i. Черные диски. Салон. Салон такой. Так, цена у него 18 миллионов 500 тысяч. 18 миллионов 500 тысяч. Так, 17 год, 72 тысячи пробег, объем 2, 181 лошадиных сил. Так, салон черный, кожа, привод полный. Контакты есть, вот можете звонить сюда. 18 500. Дальше у нас BMW
530 X-Drive. Это просто 530i. Это 530 X-Drive. X-Drive, это тоже X-Drive, что ли? X-Drive. Цена у него получается 21 миллион. 21 миллион. Так, 18 год, 45 тысяч пробег. Объем 2.0, 252 лошадиные силы. Салон черный, алькантара, велюр. Бензин, полный привод. Цена 21 миллион. 18 год. Так, дальше у нас, в общем, этот салон находится на Кабанбай-Батыра в Астане, левый берег. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я дальше буду снимать видео с вас, комментарии, лайки обязательно и подписку на канал. Всем добра.